там? Я в убежище. Иона? Иона, если ты меня слышишь, возвращайся. Не пытайся меня искать. Это моя миссия. Надо найти убежище. Всех приветствую, это третья часть прохождения Rise of Tomb Raider. Мы снова в Сибири. Снег. Она упала, очнулась и погнали искать убежище. Да. Физика снега все-таки классная. Из оружия, походу, ничего нет у меня. Ну да. Не останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Давай, давай, давай. Старый лагерь. Нужен костер. Все прям как в предыдущей части. Так, соберите ресурсы, разжечь костер, построить убежище. Все просто. Так, что это вообще такое? Собрать. Так, должно получиться. Холодный прием. На ночь. Не хватит. Надо еще найти. Сухое, загорится. Надеюсь. Опа, олень. Ремесленные компоненты. Через труп свежий. Мяса нет, но может еще что-то полезное. Мяса нет? Ты издеваешься? Там ногу оторвать можно. Перекусить. Назад в лагерь. Так. Пистолетов нету. Нет. Да быстрее ты. Нормально. Три палочки принесло уже шалаш. Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Лук это хорошо, улучшение оружия. Мне нужен лук покрепче. Дополнительный костюм. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Опа. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Угу. Так.
В общем, нужно собирать вот эти вот требования. Первый, второй, третий уровень получается, да? Да. Выбор оружия. Тактику ведения боя. Травоядный живот меньше пугается. Снижает урон от греческого огня. Задержку перед восстановлением здоровья после ранения. Увеличенное количество переносимых с собой боеприпасов. Просто куртка. Повышенный урон. Изучение вручную, имеется небольшой шанс применить перевязку без использования. Так, это просто, это просто, это просто. Все. 10 из 10 костюмы. Получается, они все открыты. Ну ладно, надо же какой-то одеть. Древний авангард. Кстати, давай все посмотрим. Что-то парень все. Нельзя покрутить. Блин, класс. Бессмертный страж. Ого. Так, ну это мы видели. Сибирский следопыт. Ладно. Кожаная куртка. Такой налегке. Чисто летний вариант. Походная куртка. Ну вот она, походная куртка, значит, ее красная. Белая. Синяя. О! В мороз! Как раз. В ней побежим. Небесный ткач. Ух ты. А тут ничего нету, синяя теплая рубашка, длинный рукав, свободная плетение ткани, сохраняет тепло, но позволяет дышать коже. Как раз в Сибири такой. А, боже, нет, ну конечно мы не будем ее использовать. Значит, задержку перед здоровьем все-таки. Так, ладно. Это все, ледоруб все, лук все. Что у нас еще тут может быть? Навыки, о. Очко навыка. Боец, охотница, выживание. Ближний бой, охотничье умение, умение связано с силой изготовления. Ну давайте посмотрим. Так, ближний бой. Толстая кожа. Отражающий. Так, ближний бой. Данный эффект действует совместно с навыком каменное сердце. Железная шкура. Взрывы меньше. Атака с уклонением. О! Вот это самое лучшее. А, в бесшумном режиме? Тогда нет. Возврат стрел. Так, падальщик. Больше боеприпасов. Вот это лучше. Звериное чутье. Ладно, а что здесь? Быстрое изготовление. Скорее изготовление без приказов на бегу. Чтобы получить больше опыта, выводить из строя. Убивать врагов самодельными приносными предметами. Зажигательные бомбы. Легкая походка. Аварийные тренки на комплекте испытаний. Молодой дополнительный опыт. Внимательность. Несколько выживания обличает на действие. Так, так, ну. Все просто. Мы берем опыт, чтобы еще быстрее прокачать эти навыки. И быстрее получать эти очки, в общем. Так, боеприпасы. Что тут? Изготовление обычных. Изготовление экипировки. Опа, бесшумные стрелы. Стоимость. Перо, что ли? А, ну да, правильно. Перо и дерево. Только тут не писано. Не написано, что. Почему? Как это? Ладно, экипировка. А, как? Позволяет естественно больше стрел. Еще больше стрел. Больше вещей. А, вещь-мешок. Патронаж. Патронаж. Сумка для патронов. Еще для патронов. Пистолетных патронов. И еще для пистолетных патронов. Ну, все, в принципе, как и было. Ну, быстрый переход, значит, пока недоступен. Так, лук. Обычные стрелы. Левая кнопка мыши для прицеливания. Так вот. Мы можем еще преувеличить, да. Оп, оп.
Так, поменяли настройки, ладно. Охота. Так, что это было? Перья. О, значит. Значит, надо крафтиться. Все просто. Ох, как много тут всего можно брать. Пока что это никак не опустить. Комета. А, ну это лук тот же. Какой хедшот практически. Ой, олень, привет. Ай! Уточка. Конечно же, это не уточка. Она похожа была. Так, что тут еще можно сломать? Блин, сколько всего тут можно ломать и ломать. На нее, наверное, может. Он и сломает ее или что? Понятно. Физика отменилась. А, можно прыгать на нее. Эти руины. Монгольские. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Теперь учим язык монгольский. Опа, тетива какая-то. Это я буду быстро спускаться, значит, сюда. Почему не горят? Блять. Прости, зайчик. По-быстрому все пособираем. Стрел нету. Иди сюда. Простите меня, гринписовцы. Мне нужны стрелы. О! Просто зажимаешь стрелять. 15 стрел, хорошо. Вот дерево. Способная ученица. Корона. Киевского князя. Как она здесь оказалась? Киевский князь? А, ну Сибирь. Киев. Ну да, кстати, далековато. Ладно. Троица. Они здесь. Центр. А, лазерные по деревьям. А, черт. Черт. Что это было вообще? Догадайся. Разведотряд. Говорит командный пункт. Ответьте. Дерево? Мне нужно дерево. Или, помехи. Мы потеряли связь с разведотрядом на Южном Хребте. Последний раз они были в монгольских развалинах. Собирайтесь и ждите указаний. Опа. Контрол! Побежали. Да.
был фонариком урожу запихал. Что мне делать-то? Никаких подсказок нет. Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Так. Надо рану перевязать. Лекарственные средства. У меня же костюм специальный, который раны лечит. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Повязка, марля. Тут что такое? Печки нет. Повязка. Заброшенный комплекс времен холодной войны. Какого черта тут делает троица? Опять монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Так. Что тут еще можно? Да ладно, опять к нему, что ли? Эти грибы. Это бледные поганки. Из них можно сделать яд. О, это отравить медведя, ну да. Ящик. Блин, вон. Как это попасть? А, там есть это. Я думал, она утонет. Ладно. А, тут большой снег. Он, кстати, там же писали, что он помогает, если падаешь. Спейс, понял. Спейс, мы вернемся туда. Ну ладно. Особое место. Найдите тряпку. Так вот же. Руда, взрывчатка, ого. Ну, в принципе, да. Побоище в гробнице пророка Мно. Так а чем мы сюда пришли? За рудой? Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Рюкзак. Хорошо. Припасы. А я сделал?
Ну, возьмем вот эту внимательность. А, нахождение объектов испытания. Еще больше опыта будем получать. Модуль обращается с полем луком, просто применяется со всем луком. Ускоряет натягивание тетивы. А! Теперь я этот не могу сделать. Ну, лук все-таки лучше. Так, все здесь, здесь все. Надо отдохнуть. Холодно. Устала. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать. После всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать. Хочу, чтобы ты перестал. Будь снова моим папой. Софья, не стой на месте. Софья. Давай, не уйду. Беги же! Ну! Калаш! О. Догнать! О, пистолет сейчас появится. Только без патронов, походу. Интересно, как она будет мастерить патроны. Нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прячьтесь в кустах. Дай пистолет. О, сразу опыт. Нормально. Сейчас палочку сломаю. Ну, это для прятки вот это сделано. В центре мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача найти. О, стрелы. Я там быстренько. Опыт, опыт. Так, выживание. Нужно теперь, если бесшумно убил, нужно сразу забрать. Где это было? Получите его ресурс. Во! Если обмотать шкуру части тебе возле опоры на свет, то лично позволит задержать дело, делать это дольше. Да, пусть сделаем, делаем. А что за дуб? А где этот? Третий. А, черт. Опа. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они рассчитывали, что мы пойдем за ним. А, все, молчу. Правда, не видно, что она с ним делает. Опа, опа, опа. Сколько опыта. Наборы карт. А кто это? Отдай стрелы.
Для выстрелить В. Ядовитый газ. Во, люди. Всем отрядам следить в оба. Местные понаставили в лесу ловушек. Блин, не попал чуть-чуть, ладно. Внимание, связь не восстановлена. Возможны помехи при передаче. Целый год я путешествовал с Монголь. Молодец. Дальше нельзя. Ух, привет, парни. Калаш, дай калаш. Да баба с луком круче всех, короче. Дайте калаш. Да что ж так высоко? А что мне с ним делать? Может взорвать? Что это было? Отлетела лапочка. А, ну да, прикольно дело. Мы до сих пор не нашли пропавший разведотряд. Это главная задача. Глядим в оба. О, какие-то... Точно. Способны ученицы. Скрыты эти тайники. Ну ладно. Надо было так сделать, когда они стояли. Было бы веселее. Нас все больше. Молодцы. Размножаетесь. Опять к медведю. Черт, он еще тут. А как ты думал? О, ящик. Так, что тут? Грибы. Одолейте медведя. Угу. Можешь на палочку залезть. Нет. А, это чисто от него убегает. Нельзя собрать? Нет. Стрелы. Медведь, выходи! Винни-Пух! Винни! Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Ладно. Так, у меня две стрелы. Две стрелы. Может, ему поиграть вместе, эту песенку? Ну чё, выходит, а? А как так быстро-то? Что делать-то? У меня одна стрела осталась. Ю. На тебя в попу укольчик. Вот так вот. Да. Русский медведь. Медвежья шкура. Пошива особых костюмов. Улучшение оружия в лагере. Ну прям Far Cry. Все, собрала? Одна шкура. Ну ладно.
Понял. Надо сохраниться. Так, стоп. Что-то заначка какая-то. Чё все? У меня много грибов? Блин, надо потратить. По-любому тут должен быть какой-то лагерь. Беглец пересек. Сразу опыта подняли. На кирку улучшать. Отлично. Деталь пистолета, полуавтомата. 4 штуки. Ага, инструмент для улучшения собрать части оружия, получить его в базовом лагере. Блин, дайте мне лагерь. Так, а что, нельзя... Блин. О, понятно. Тьфу ты. Тьфу ты. Так, выход обратно есть. Хорошо. Будет. Да, водичка, кстати. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. О, монгольский язык, надо вернуться. Чтобы миновать препятствия, рассыпаться из виду. Хорошо. Водный мир. Не забывайте дышать, понятно. Надо туда, а мы пойдем сюда. Пайца. Кто? Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Круто. Хорошо. Наконец-то! Новый лагерь! Стоп! Опыт. Возьмем падальщика, находить больше боеприпасов. Убил, еще больше подобрал. Все как надо. Так, что там надо? А, оружие. Заточенное лезвие.